Глава государства принял министра обороны. Руслан Жаксылыков доложил президенту о принимаемых мерах по укреплению территориальной обороны. По его словам, ведется планомерная работа как на законодательном уровне, так и в практической плоскости. Он также рассказал о мерах по предоставлению кредитных каникул призывникам, а также о льготном образовании. На сегодняшний день больше 2000 солдат получили отсрочку по кредитам и 1500 военнослужащих поступили в вузы. По итогам встречи президент дал ряд поручений, обратив особое внимание на вопросы повышения боеготовности вооруженных сил.